Так. Всем привет. 16 сентября, хотел сказать января. Уже у меня зима, Новый год. 16 сентября. Ребята, вот смонтировала первую жизнь за кадром, которая за 4 сентября. От 4 по, не помню уже, по 5, 6. Начинаю работу. Потихонечку мы приходим в норму. Честно, я бы еще недельку в отпуску побыла. Так мне понравилось, вот знаете, просто отдохнуть морально. Как это сказать? И мы вот на огороде работали там, с детками я занимаюсь. Но пора возвращаться в реальность. Быстро, фильмы сейчас, хватит смотреть. Сейчас все. Мы это, окружающий мир, раз-два, раз-два. Да, сейчас мы будем все учить с ребятишками это. Ну, Анечка, это не об этом видео. Поэтому я что хочу сказать, что сейчас я начинаю уже монтировать видео, которые насобирались. Поэтому они немножко будут, начиная с 14 сентября, сегодня уже 16. Ну, постепенно, я думаю, нагоню дату, ну, примерно хотя бы, да, чтобы не выкладывать видео с большим запозданием. Ну вот так, наслаждайтесь, все, мы снова с вами, все нормально у нас, мы поболели, мы собрали картошку, все это увидите в видео. Почему собирали картошку больными? Потому что были очень два хороших теплых дня, и поэтому нам пришлось, несмотря на то, что мы болели, идти на огород всей семьей, собирать картошку. Да, так собирать, мы болели. Да, так мы болели, собирать разный урожай, помидорчики, перчик, все увидите на камеру. Сейчас я вот буду монтировать это видео, вернее, ужму его, переконвертирую и вам выложу, выкладу. О. И сразу за ним выйдет жизнь за кадром, надеюсь, сегодня. Так что мы снова с нами все нормально. Спасибо всем, кто переживал. Давайте будем, как это сказать, дальше наслаждаться общением друг с другом.